четверг возле Дома культуры «Солнечный» состоялся открытый строевой смотр личного состава МВД России «Одинцовская». Он, как правило, проходит два раза в год. Это связано с переходом с летнего на зимнее обмундирование. Данное мероприятие проходит при участии Главного управления МВД по Московской области, а также руководства Межмуниципального управления МВД России «Одинцовская». У всех сотрудников имеется в наличии форменное обмундирование, которое соответствует приказам и распоряжениям ГУВД. В смотре участвовали сотрудники аппарата управления, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, территориальных подразделений и других служб. Равняюсь. Мирно. Руководителям подразделения должительные личности состава. Вольно. К этому событию стражи порядка готовились основательно. В связи с переходом на зимнее форменное обмундирование во всех подразделениях предварительные строевые смотры проходили в течение недели. На них проверялся внешний вид сотрудников. Ничто не ускользнуло от пристального взгляда руководства. Аккуратность и правильность нашивки погон, состояние одежды, внешний вид сотрудников, наличие служебных удостоверений, нагрудных знаков полиции и жетонов с личным номером. После осмотра руководство отметило, что внешний вид сотрудников УВД в основном соответствует уставу, а все выявленные замечания будут устранены в ближайшее время. Полицейские – главные стражи общественного порядка. Ни одно крупное мероприятие невозможно представить без них. Да и в другие дни они по долгу службы патрулируют улицы каждого города, следя за тем, чтобы здоровье и имущество законопослушных граждан было в полной безопасности. По внешнему виду представители закона, его строевой выправки и поведению жители судят о полиции в целом. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».